Ты рыбак? Интересно, как ты догадался? Не мог бы ты оставить меня в покое? Не принимай на свой счет. Просто в последнее время у меня неприятности с ополчением. Неприятности с ополчением? Эти подонки приходят ко мне и забирают все, что им вздумается. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Я, конечно, понимаю, что после того, как фермеры прекратили торговать с городом, все выкручиваются как могут. Иногда им не хватает еды. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Но если они продолжат так поступать, мне самому нечего будет есть. Отдай мне всю свою рыбу. Я так и знал. Ты просто очередной подонок. Думаю, тебе лучше уйти. Ты рыбак? Интересно, как ты догадался? Не мог бы ты оставить меня в покое? Не принимай это на свой счет, но в последнее время от ополчения у меня одни неприятности. Неприятности с ополчением? На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Я, конечно, понимаю, что после того, как фермеры прекратили торговать с городом, все выкручиваются как могут. Иногда им не хватает еды. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Но если они продолжат так поступать, мне самому нечего будет есть. Отдай мне всю свою рыбу. Я так и знал. Ты просто очередной подонок. Боюсь, ты опоздал. Здесь уже побывали твои друзья, которые все забрали. Думаю, тебе лучше уйти. Как клюет. Прекрати изображать интерес.